Вибор України. З нами на зв'язку Зміцер Лукашук, спеціальний кореспондент Європейського радіо в Білорусі. Пані Зміцеро, вітання. Як чуєте Добрий нас? День. Доброго дня. Ну, перше питання, звісно, що відбувається в Мінську, які настрої зараз після другої ночі? Ну, в Мінську зараз тихо і спокійно. У нас такі протести, вони, звісно, не схожі на ваш український Майдан. У нас після робочого дня люди виходять на протест, і хоча вот говорить, насколько это сегодня после рабочего дня, будет пока трудно, потому что на сегодня было объявлено, заявлено, по крайней мере, и было распространено обращение через телеграм-каналы к белорусам объявить общереспубликанскую забастовку. Приходят из отдельных заводов информация, что якобы рабочие присоединяются к этому обращению и действительно не начинают работу. Насколько это массово, потому что пока что мы знаем, вот есть информация только с двух там заводов, Минский электромеханический завод, там может быть на моторном заводе еще что-то происходит, но пока с информацией трудно, поскольку с интернетом большие проблемы, как вы знаете, в последние дни в Беларуси, и поэтому не так быстро доходит информация, как хотелось бы. Ну а так, на улицах, вот я специально прошелся через центр города, хотя ориентироваться на центр города сейчас проблематично, потому что протесты, как показало вчерашний вечер, были разбросаны по всему Минску, спальные районы поднялись, выходили на улицы, где-то больше, где-то доходило дело до баррикад, как в районе Пушкинской площади, где-то просто люди выходили, стояли вдоль дорог, держали национальные символы, там кричали лозунги, автомобилисты проезжали, сигналили, ну а где-то доходило дело до баррикад. Но сейчас все тихо. Пане Зміцеро, є питання до вас від Вадима Трюхана, юрист-міжнародник, дипломат з нами в студії, пане Вадима. Добрий день, Зміцер. Во-первых, добрый день, пане. Во-первых, позвольте выразить свою солидарность с белорусским народом и пожелать вам мужества и стойкости в этой ситуации. А вопрос мой следующий. Скажите, пожалуйста, как в среде протестующих восприняли тот факт, что госпожа Тихановская покинула страну, и кто может стать ее заменителем, либо, скажем, таким коллективным координационным центром, либо единоличным? Кто станет лидером восстания? Ну, информация о том, что Светлана Тихановская уехала в Литву, появилась только утром. Вот сейчас информация уточняется в том смысле, что каким образом она туда уехала. Вроде бы поступает из штаба информация, что вот мы вчера говорили о том, что Тихановская принесла жалобу на результаты выборов в Центр избирком вместе со своим юристом-адвокатом. Но там в помещении ЦИК их разделили, и 2,5 часа Тихановская находилась неизвестно с кем, неизвестно, ну, в другом помещении, и неизвестно о чем говорили, после которого она вышла, сказала, что я приняла решение, сейчас я дальше поеду одна, оставила юриста, ушла через запасную дверь черного входа Центра избиркома и уехала. Связи с ней долго не было. И тут вот появилась информация, что она уже в Литве от литовских политиков, а сейчас поступает информация, что якобы ее за границу, в Литву, вывезли белорусские власти. И что это было условием для освобождения задержанной накануне дня голосования основного руководителя избирательного штаба Тихановской, госпожи Мороз. И вот якобы она уехала вместе с Мороз в Литву и сейчас там находится. Ну, что касается лидера протеста, то тут ситуация в том, что сама Тихановская никогда лидером протестов не была. Даже трудно сказать, что она была
лидером сторонников перемен. Она была знаменем, возле которого, вокруг которого сплотились все сторонники перемен. Но она сама всегда говорила: я не лидер, я не герой, вы сами, каждый сам по себе лидер и каждый сам герой, вы принимаете решения, вы и берете ответственность каждый сам за себя, за свое решение. Поэтому и когда начались протесты в воскресенье, она вместо того, чтобы поддержать каким-то образом протестующих, ну или как бы возглавить ее как лидер их, она заявила о необходимости переговоров с властью, о несопротивлении правоохранительным органам и так далее. А вчера вообще заявила, что она не выйдет, не присоединится к протестам. Пан Змицер, как лидера ее... Да. Хотіли спитати, вибір країни Литва просто так співпало? Чому саме в Литву? Ну, во-первых, до Литвы совсем недалеко. Понятно, что в Россию она не поехала бы, хотя бы исходя из того, что ее дети находятся сейчас в европейской стране. Не будем уточнять, где. Вот. Но, естественно, если и ехать, то ехать к детям. Муж в тюрьме, дети там с бабушкой, естественно, ей нужно ехать к детям. Тем более, что, насколько я знаю, все-таки у старшего ее сына есть определенные проблемы со здоровьем, и ему нужно постоянно внимание родителя, одного хотя бы. И поэтому понятно, что и она ехала к детям, то есть в Евросоюз. А самая ближайшая страна – это Литва. Литва. От Минска до Вильнюса чуть более 100 километров. Эксперты, 160. Эксперты заказали вчера, что вчерашняя ніч будет пиком протестов. Как вы гадаете, это был пик? Чи ситуація буде розвиватися далі, ескалація буде поглиблюватись? Ви знаєте, я би не взявся предсказувати. Якщо чесно, то я достатньо скептично відносився вчора днем ще к можливості масових протестів, повторення їх на другий день після того, як жорстоко були розогнані протестуючі в перший день. Белорусы достаточно за последнее время напуганы народ, и ну как бы я не ожидал, что будет массовый выход. Да, можно было предположить, что люди выйдут, но что люди выйдут так много, что они выйдут в разных районах Минска, поскольку нету у нас, вот как я уже начинал сначала, какого-то такого единого протестного центра, такого своей площади, где бы все собирались, где бы был сконцентрирован протест. Все децентрализовано, выбор становится за каждым лично, выходить ему или нет, куда ему выходить. Люди выходили рядом с собой, и тем более трудно было предположить, что дело дойдет до баррикад, дело дойдет до первой смерти. Насколько она одна, это первая смерть, трудно судить, поскольку в телеграм-каналах разгоняется разная информация. Говорят о том, что вчера ночью в центр травматологии было привезено там до 15 человек с различными степенями тяжести, ранениями, вплоть до там оторванных конечностей. Mm-hmm. Насколько это правда, трудно судить. Но еще вчера говорили о том, что кому-то то самое, оторвало ногу гранатой. Так что говорить о том, что вот сегодня будет больше-меньше, ну, предсказать достаточно трудно, потому что, знаете, вот есть классик белорусский, когда-то написал про белорусов: «Я молчу-молчу трываю, але потым загукаю». Ну вот молчали, терпели, а сейчас вот это вот небитое поколение выросло, которое не знает и не помнит, и не испытало на себе, что было во время разгона площади 2010, 10 лет прошло, они не знают, что это такое. А сейчас, получив по голове, может быть, тех, кто раньше
был завязан в политической жизни, в гражданской жизни, зная политическую всю реалии страны, они были готовы к тому, ну, получили, вот так у нас вот работает вся система. А сейчас пришли люди, которые считали, что им не могут отказать быть наблюдателями, потому что они же делают все по закону. Заразумело. Им не могут неправильно... И они очень сильно оскорблены, эти люди, и, возможно, даже озлоблены. И что от них ждать? Ну,